Уважаемые депутаты и приглашенные, сегодня мы проводим внеочередное заседание Думы Тазовского района первого созыва. В заседании Думы принимают участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов, представители региональных и районных органов власти, кандидаты на должность главы Тазовского района, представители общественных организаций, руководители предприятий и учреждений, средства массовой информации. В соответствии с пунктом 3 статьи 16 регламента Думы Тазовского района, заседание Думы считается правомочным при условии присутствия не менее половины из числа избранных депутатов. Сегодня на заседании Думы принимают участие 13 депутатов из 15 избранных. Исходя из этой нормы, заседание Думы правомочно, кворум для принятия решений имеется. Коллеги, сегодня в проекте повестки дня значится один вопрос – об избрании главы Тазовского района. Имеется ли у депутатов дополнение, возражение к предложенному проекту повестки дня? Если вопросов не имеется, ставлю вопрос об утверждении повестки дня заседания на голосование. Кто за? Против? Воздержавшихся нет? Решение принято. Повестка дня утверждена. Переходим к рассмотрению вопроса об избрании главы Тазовского района. В соответствии с порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тазовского района предоставляю слово для доклада председателю конкурсной комиссии, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Клементьеву Сергею Владимировичу. Добрый день, земляки, уважаемый Дмитрий Андреевич, Ольга Николаевна, уважаемые депутаты, приглашенные. В соответствии с решением Думы Тазовского района, конкурсная комиссия провела отбор кандидатур на должность главы района. С 22 мая по 13 июня осуществлялся прием документов, открытая процедура. В результате в адрес конкурсной комиссии поступило 3 заявления. Сегодня, 3 июля 23 года в 9 часов утра заседание конкурсной комиссии состоялось в 2 этапа. На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрела документы, представленные претендентами, оценивалось их соответствие установленным требованиям. По итогам принято решение о допуске всех 3 кандидатов. На втором этапе состоялись индивидуальные собеседования. Претенденты выступили с докладами, рассказали о своих программах развития Тазовского района. Конкурсная комиссия принимала решение, исходя из личных и профессиональных качеств. Все они, я подчеркиваю, продемонстрировали знания проблематики Тазовского района, рассказали о своем отношении к родной земле. И по результатам работы комиссии принято решение о регистрации 2 кандидатов и представлении их в районную думу. Эти кандидаты набрали наибольшее количество голосов. Уважаемые депутаты, представляю на рассмотрение Тазовской районной думы кандидатов: Югай Виктор Клементьевич и Рожков Алексей Александрович. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Владимирович. Итак, уважаемые депутаты, нам предстоит избрать из числа представленных кандидатов высшее должностное лицо муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, главу Тазовского района. Для оценки претендентов предлагаю кандидатам кратко изложить свои программы. Предоставляю слово для выступления Югаю Виктору Клементьевичу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Дмитрий Андреевич, уважаемая Ольга Николаевна, депутаты, приглашенные. По предыдущей работе с Тазовским районом я взаимодействовал более 15 лет. Нахожусь здесь уже порядка 3 месяцев, и чем больше нахожусь, тем Тазовский район становится для меня роднее. И стать членом семьи большой в Тазовском районе для меня большая честь. Район богат природными ресурсами, но главная ценность – это люди, для которых Тазовская земля – это родной дом. Тазовский район – один из самых больших по
площади и по численности населения муниципалитет Ямало. Тазовский район – это гармоничное сочетание промышленности и традиционного уклада коренных тазовчан. Для себя определила основные приоритеты. Первое – это строительство жилья. Вопрос переселения из ветхого аварийного жилья стоит остро в целом на Ямале. И это один из приоритетов нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова. У нас в этом году запланирован ввод 17 многоквартирных домов. Это 41 тысяча квадратных метров нового жилья. Но на этом вопрос не решится. На текущий момент еще необходимо расселить 78 тысяч квадратных метров аварийного жилья и улучшить жилищные условия 1615 семьи. Для продолжения активного строительства буду работать с подготовкой земельных участков. Получаю от жителей жалобы по вопросу нового некачественного жилья. С этим разбираюсь, это недопустимо. Уже поручил уделять этому особое внимание и контроль. Не случайно на данном слайде представлена электростанция. В Тазовском районе в целом по энергообеспеченности в пределах нормы, но есть проблемный вопрос в селе Гыда. Поэтому будем проектировать и предлагать строить в Гыде новый энергоцентр. Но это не единственная проблема. Вторая проблема – это качество питьевой воды. Это особо актуальная проблема для района, но больше всего для районного центра. И в этом году уже начаты работы по реконструкции сети тепловодоснабжения. Беру данный вопрос на контроль, и в текущем году работы будут выполнены качественно и в срок. Для этого уже веду системную работу с подрядной организацией. Третий вопрос – это повышение качества работы управляющих компаний. В Тазовском районе у нас две управляющие компании. За 2 месяца получил более 50 жалоб. Я считаю, что над повышением качества услуг нужно работать. 3 дня назад наш губернатор анонсировал окружной конкурс для управляющих компаний. Я считаю, что это должно их подстегнуть к повышению качества предоставляемых услуг населению. Следующий приоритет – образование. Наши школы сегодня хорошо обеспечены материальной базой. Наши дети учатся в очень комфортных условиях. У нас в Тазовском районе много детей, и это очень хорошо. Первоклашек с каждым годом становится все больше. Для того, чтобы повышать качество образования, мы работаем над привлечением кадров. В районе нехватка 50 педагогов. Уже в этом году мы включились в федеральный проект «Учитель для России» и пригласили 10 учителей. У нас очень много талантливых детей. Я бы хотел, чтобы достижений у наших ребятишек было больше, как на уровне округа, так и в целом в стране. И таких наших звездочек должно быть еще больше. Для того, чтобы дети больше раскрывали свои таланты в спорте, у нас уже строится новый спортивный зал игровых видов спорта. Просмотрел все достижения наших ребят. Мы сегодня уже создаем условия для того, чтобы они творчески развивались. А для того, чтобы это было более качественно, я буду предлагать строительство Центра культурного развития. Следующий приоритет – это развитие агропромышленного комплекса. Один из важных направлений – выделяю развитие традиционных отраслей хозяйствования как основы агропромышленного комплекса нашего района. Считаю необходимым выстроить эффективную работу оленеводства, рыболовства. Есть понимание основных проблем и их решения. Проведен анализ деятельности предприятий. Вижу, что есть над чем работать. Необходимо наращивать объемы глубокой переработки оленины, рыбы. Возможности и потенциал в районе есть. Мы построим современный цех по переработке продукции оленеводства. Это положительно скажется на увеличении доходов оленеводов, и мы расширим ассортимент продукции для наших жителей. Следующий приоритет – это поддержка коренных народов Севера. Основные приоритетные задачи – это здоровые люди в тундре, это достойное качественное образование, а также обеспечение работой тех, кто решил остаться в поселке. Район экономически стабильный. На территории района широко представлены компании ТЭК, их сервисные и подрядные организации. Будем с ними взаимодействовать в части реализации социальных проектов и будем помогать трудоустраивать наших жителей в эти организации. Но еще раз повторю, если люди не будут хорошо учиться, то нам это будет сделать очень сложно. Дорогие тазовчане, давайте заботиться о том, чтобы у нас было чисто в нашем общем доме. Приведу просто 2 примера. Зашел в один из новых заселенных микрорайонов, а из окон мусор и окурки. Такого категорически не понимаю и не принимаю. 2 пример – это наши теплые остановки. Все мы знаем, для чего они у нас должны быть. Но, к сожалению, почему-то они становятся такими своего рода мусорными контейнерами. Такого тоже не должно быть. Да. Ставлю себе задачу выстроить работу с населением. И в завершение хочу сказать, что люди в нашем Тазовском районе живут
достойны и неравнодушные, и они достойны лучшего. Спасибо. Уважаемые депутаты, если есть вопросы, прошу задавать. Пожалуйста. Добрый день. Виктор Клементьевич, по роду своей деятельности, думаю, что вы были во всех муниципалитетах, многое знаете. И по прошествии некоторого времени постоянного пребывания на земле Тасуява, что вы для себя определили как сильная сторона тазовской земли? Спасибо. Ну, как я уже говорил, я бы выделил три основных момента, три сильные стороны. Это достойные неравнодушные люди, это огромный потенциал промышленный и это огромный потенциал в традиционных отраслях хозяйствования. То есть это наши коренные малочисленные народы Севера. И если все это вкупе мы возьмем за основу и начнем совместно работать, то тогда мы сможем свернуть все абсолютно горы. Еще есть вопрос? Спасибо, Виктор Клементьевич. Слово предоставляется Рожкову Алексею Александровичу. Добрый день, уважаемый Дмитрий Андреевич, уважаемые депутаты, приглашенные. Я Рожков Алексей Александрович. Живу в Тазовском уже более 20 лет. Веду свою деятельность трудовую в сельскохозяйственно-производственном кооперативе Тазовский уже более 13 лет. Из них являюсь руководителем предприятия. Решил участвовать в конкурсе, так как имею опыт и желание развивать наш Тазовский район. Предоставляю вашему вниманию свою программу развития Тазовского района. В своей работе планирую опираться на курс руководства страны и района. Считаю основными задачами развития создания комфортных и безопасных условий для жизни тазовчан. Эти задачи можно решить через реализацию национальных и региональных проектов. За последние 10 лет район изменился в лучшую сторону. Жители видят развитие наших поселений. Но эту работу важно продолжать. Среди основных направлений выделяю следующие. Это жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная среда, реализация малого, развитие малого среднего предпринимательства, сельское хозяйство, туризм. Одна из основных проблем – это переселение тазовчан из аварийного жилья. Весь жилой фонд района составляет 281 тысячу квадратных метров. Из них признано аварийным 98 тысяч квадратных метров. В районе ведется масштабное строительство новых жилых домов. До 2025 года проблема с аварийным жильем должна решиться. Но остается вопрос с очередями других жилищных программ. Я считаю, что строительство в Тазовском районе нужно продолжать. Важно продолжать работу по благоустройству наших поселков. В каждом поселении появляются новые детские спортивные площадки. Реализуются проекты, по которым жители сами выбирают будущие проекты. И по инициативе тазовчан в районе появились теплые остановки, новые арт-объекты, памятники и площадки для отдыха. Я считаю, что совместно с жителями района нужно продолжать данное направление. Отдельно хочу выделить наше бизнес-сообщество, малое и среднее предпринимательство. Ежегодно растет количество предприятий. В наш район зашли торговые сети, которые расширили ассортимент продуктов питания. Это, конечно же, хорошо для тазовчан, но не хватает развития сферы услуг. Считаю важным поддерживать именно эту сферу, развивать бытовые услуги, такие как клининговые и обслуживающие организации, которые будут пользоваться повседневным спросом тазовчан. Важно поддержать агропромышленный комплекс, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в отдаленных поселениях и создавать новые рабочие места. Но есть проблемы, которые не дают предпринимателям выйти на новый уровень. Это низкая предпринимательская активность населения, непривлекательность отдаленных территорий, отсутствие арендных помещений, недостаточный уровень развития инфраструктуры, нехватка квалифицированных специалистов. Считаю, что каждый вопрос требует решения и тщательной проработки. Мы должны поддерживать наших предпринимателей. Как руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива, я считаю важным развивать глубокую переработку продуктов оленеводства и рыбодобычи района. Это гораздо выгоднее, чем реализовывать заготовленное сырьем.
Благодаря грантовой поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова мы построили цех по переработке оленины. Объем пока скромный, чуть больше 11 тонн готовой продукции. Но в целом хороший результат. Наши колбасы и тушенка пользуются огромным спросом не только у нас в районе, но и за пределами. Данное направление нужно развивать. Считаю, нужно привлекать больше оленеводов частного сектора на убойную кампанию. В результате семьи оленеводов получат хороший доход, будет создано несколько десятков рабочих мест, будет произведена готовая экологически чистая продукция. Также считаю важным развивать туризм в Тазовском районе. Наша территория уникальна, ее нужно показывать. Таким образом, мы решим минимум две задачи. Мы позиционируем свой район как место, которое приятно удивит каждого туриста. Получим развитие отрасли, что положительно повлияет на социально-экономическую ситуацию в районе. Наши поселения по-своему интересны и самобытны. В каждом есть что показать. Но самое главное – это природа. Логистические маршруты для туристов нужно прокладывать через стойбище тундровиков, привлекать оленеводов, которые смогут показывать местный колорит. Считаю необходимым выделить данное направление и разработать отдельную программу по развитию внутреннего туризма в нашем районе. Сегодня мной затронуты, на мой взгляд, очень важные вопросы развития Тазовского района. Данные темы требуют тщательной и детальной проработки совместно с профессиональной командой. У района есть все возможные ресурсы, чтобы стать одним из самых благоустроенных и самых комфортных на Ямале. Я уверен, используя профессиональный, правильный его географический и человеческий потенциал, можно реализовать самые масштабные и амбициозные проекты. Спасибо за внимание. Уважаемые депутаты, есть ли вопросы, мнения, прошу высказаться. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, вот у нас очень остро стоит вопрос, жилищный вопрос. Наши коренные жители, которые ведут кочевой образ жизни, они, когда уже там на местах уже не могут вести оседлый образ, да, им предлагают в поселке проживать, а им негде проживать. Скажите, пожалуйста, каким образом будете вы вот этот вопрос помогать коренным в этом осуществлении этого вопроса? И вот у нас программа по КМНС, оригинальная программа, жилищная программа по КМНС, она как бы есть, но она как бы в Тазовском районе, она как бы не работает. Как вы думаете, каким образом вот это вы будете вот прилагать усилия, чтобы эта программа заработала? Спасибо большое. Нужно продолжать работу в данном направлении, скажем так, двигать развитие данной программы. Если же не будет этого недостаточно, тогда нужно будет прорабатывать какие-то дополнительные новые программы, чтобы все жители нашего района были обеспечены жильем. Спасибо, Алексей Александрович. Переходим к процедуре голосования. Напоминаю, что голосование по кандидатуре на должность главы Тазовского района является открытым. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало 2/3 от общего числа присутствующих депутатов. Кто за то, чтобы избрать главой Тазовского района Югая Виктора Клементьевича? Прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся? Решение принято. За избрание Виктора Клементьевича Югая проголосовало 13 депутатов. Решение принято единогласно. По итогам голосования на должность главы Тазовского района избран Виктор Клементьевич Югай. Уважаемый Виктор Клементьевич, в соответствии с частью 4 статьи 38 Устава Тазовского района, полномочия главы Тазовского района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Тазовского района. На этом заседание Думы объявляется закрытым.
Начинаем торжественную церемонию вступления в должность главы Тазовского района. На сцену для принятия присяги приглашается избранный глава Тазовского района Югай Виктор Климентьевич. Я, Югай Виктор Климентьевич, клянусь при осуществлении полномочий высшего должностного лица Тазовского района уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, устав, основной закон и законы Ямало-Ненецкого автономного округа, устав Тазовского района, верно служить жителям и оправдать их доверие. Слово предоставляется губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Андреевичу Артюхову. Дорогие земляки, сегодня очень важный день для Тазовской земли. И, судя по солнечной ясной погоде, это хороший знак. Перед тем, как напутствовать нового главу, который будет вести район, решать его самые острые проблемы, лично встречаться со всеми жителями, чтобы знать, чувствовать нерв каждого земляка. Конечно, вначале я хотел бы сказать слова благодарности Василию Петровичу Прошакову. Давайте ему поаплодируем. Василий Петрович, мы все знаем как достойного сына Ямала, но свою основную часть жизни ямальской, долгой ямальской жизни он все-таки провел южнее, на Поровской земле, потом Красноселикупский район. Но когда Ямалу потребовалась его помощь, его опыт, знание работы с людьми, он отозвался. Хотя, прямо скажем, был не настолько молод, чтобы однозначно соглашаться, но без всяких раздумий сказал «да, если надо», то я пойду. И приехал на эту землю, ее очень сильно полюбил. И это чувствовал каждый раз, встречаясь с Василием Петровичем, приезжая, отстаивая все новые задачи, новые проекты. И сегодня, когда мы едем по Тазовскому, даже сравнительно, время очень быстро летит. 5 лет пролетело буквально, наверное, как один такой, знаете, как одно мгновение. Но слева, справа то, что мы с Василием Петровичем обсуждали в картинках, а сегодня это построено, сегодня это новые дома, в которых счастливо живут семьи тазовчан. Сегодня это новые социальные объекты, которые уже построены или совсем скоро будут построены, как школа, больничный комплекс. Василий Петрович, спасибо, вы многое сделали. И это дает, конечно, задает высокую планку для нового главы. Виктор Клименч человек очень опытный. Долгие годы он возглавлял наш агропромышленный комплекс. Это, безусловно, дает ему большие знания тазовской земли. Их, ее особенности, где агропром, где оленеводство, там рядом и культура народов севера. Поэтому, бывая постоянно во многих командировках, безусловно, Виктор Клименч подготовлен к этой части работы. Но, конечно, Тазовская земля не ограничивается традиционным хозяйствованием.
Здесь реализуются мощнейшие проекты. Они будут звучать на всю страну в ближайшие годы. Они будут давать нашей России огромный импульс вперед. Это и налоги, рабочие места. Это будет происходить здесь, на нашей суровой ямальской земле, но будет происходить активно, так что мы этим будем действительно гордиться. Очень важно все для этого делать, создавать все условия, но не только создавать условия, но и получать источник для развития. Потому что такие проекты, мы знаем это по примеру Ямальского района, конечно, должны не только работать на благо отрасли, но и на благо всего района, на каждого жителя. Когда приходят такие проекты, очень важно, чтобы их влияние было везде, позитивное влияние. Я искренне хочу пожелать, Виктор Клименович, вам всего самого доброго. У вас точно все для этого есть. У вас есть очень хороший фундамент, который оставлен предшественниками, которые работали на этой земле. И уверен, что весь ваш опыт позволит еще выше поднять эту планку. В добрый путь. Слово предоставляется депутату Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василию Петровичу Паршакову. Добрый день, дорогие тазовчане. Добрый день, Дмитрий Андреевич, мне очень приятно. Уважаемый Виктор Клементьевич, действительно, за пять лет мне Тазовская земля стала родным домом. Все, что было, когда я пришел, мы продолжили, хорошее взяли. При поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова были новые программы. И они были реализованы частично. Это жилищное строительство, это социальные объекты, это здравоохранение. Я сейчас помню, действительно, Дмитрий Андреевич, в 2018 году, это 3 августа, протокол, который можно как таблицу умножения смотреть, и все идет по нему. 5 лет прошло, и никаких нет отклонений. Мы строим сегодня и больницы, и объекты социальной сферы. Селы наши благоустраиваются, в них стоит комфортнее, уютнее жить. Поэтому, Виктор Клементьевич, конечно, хочу сказать, что у вас очень большая или огромная ответственность перед жителями Тазовского района. Уверен, вы сможете, вы выполните те задачи, которые стоят. А Тазовский район – это непростой район. Еще раз хочу сказать, я его полюбил. И самое главное – люди, надо уметь слышать и помогать им. Желаю вам всего доброго, ни пуха, ни пера, в добрый путь. А я обязательно помогу своим опытом поделиться. И думаю, что за 5 лет я наработал его достаточно. Еще раз всем большое спасибо за 5 лет работы, за поддержку. Я не прощаюсь, а просто говорю до свидания. Слово предоставляется председателю Думы Тазовского района Ольге Николаевне Борисовой. Уважаемый Виктор Клементьевич, я вас поздравляю с вступлением в должность. Наш район очень стремительно развивается. Строятся новые дома. Есть огромный потенциал для развития бизнеса. Для того, чтобы наши дети здесь жили комфортно, уютно и достигали огромных высот. У нас сохраняются традиции, которыми мы гордимся, потому что это земля наших коренных жителей, наших предков. Я желаю вам достижения всего, о чем вы сегодня говорили, всех целей. Пусть вам всегда сопутствует удача. Сохраняйте традиции, вносите что-то новое, чтобы спустя годы каждый гражданин говорил вам: «Я горжусь тем, что я живу на Тазовской земле». Поздравляю! Слово предоставляется главе Тазовского района Виктору Клементьевичу Югаю.
уважаемый Дмитрий Андреевич, уважаемая Ольга Николаевна, уважаемые депутаты, Василий Петрович, уважаемые, дорогие жители Тазовского района. Я сердечно благодарю вас, что вы не безразличны и болеете душой за наш район. Для меня это новый этап в жизни, этап волнительный, очень интересный и очень ответственный. Тазовская земля, Тазовский район, как я уже говорил, это в первую очередь достойные, неравнодушные люди. И только вместе мы сможем творить историю нашего района. Района сильного, надежного и абсолютно гостеприимного. Спасибо за оказанное высокое доверие. Торжественная церемония вступления в должность главы Тазовского района объявляется закрытой.